Ферстаппен третий год подряд выиграл Гран-при Японии, одержав уже свою 57-ю победу в карьере, третью в этом сезоне, а для Red Bull это третий дубль из четырех гонок. У нас, в принципе, в этом сезоне только дубли, было три у Red Bull и один у Ferrari в прошлой гонке в Австралии. Таким образом, Гран-при Японии подтверждает класс Red Bull и то, что, в принципе, Red Bull у нас пока что на шаг впереди, чем все. При этом борьба за второе место обострилась, потому что на этом этапе очень хорошо выступила команда McLaren, и она, в принципе, была очень близка к Ferrari по темпу, и в квалификации вообще, в принципе, Норрис опередил гонщиков Ferrari и стартовал с третьего места. Тем не менее, что сказать про Red Bull? Пока что, если брать средний темп в гонке, то они где-то на 0,4 быстрее, чем Ferrari. Сможет ли где-то Ferrari найти силы для того, чтобы отыграть это отставание и приблизиться и уже реально давить на Red Bull? Конечно, вопрос открытый, но тем не менее, пока что все напоминает прошлогодний сезон, и Red Bull укрепляет свои позиции, как в личном зачете, где Перес обогнал Леклера, так и Red Bull отрывает от Ferrari, но это не значит, что у нас не будет борьбы. Вы сами видите, что в начальной стадии сезона особенно один сход может очень сильно выровнять шансы тех участников, которые борются за высокие места. Старт гонки у нас особо не задался, потому что столкнулись Рикьярдо и Албон, и для Дэна это очень опасная ситуация, потому что Лиам Лоусон прям дышит в затылок, чтобы его уже чуть ли не посадили в кокпит вместо Дэна. Не знаю, что будет, но похоже, что это явная ошибка Рикьярдо, который вильнул вправо, и так получилось, что разбил и свою машину, и машину Албона, оба оказались в тени. Для Вильямс это просто катастрофа, каждую гонку им приходится ремонтировать машину, а запасное шасси будет только в Майами. После этого был красный флаг, все поехали в боксы гонщики и дала дирекция гонки опять старт с места. После двух кругов дистанции гонка возобновилась. Было, в принципе, много борьбы, борьбы на всех этажах и в конце пелетона много перестановок и в середине тоже много тактик шел. Ну, если не учитывать тот пит-стоп, который там некоторые сделали, когда был красный флаг в самом начале гонки, да, то Леклер там условно пошел на один пит-стоп, а у Сайнца была две остановки. Тем не менее, Карлос Сайнц у нас третьим финишировал, обогнал он Леклера за несколько кругов до финиша, а перед этим Норриса. В общем, Леклер сам всплоховал в квалификации, поэтому стартовал лишь восьмым, и пришлось ему мудрить с тактикой, но, в принципе, в конечном итоге это оказалось правильно, но опять у нас Сайнц выше Леклера, что влияет на мотивацию Шарля, но, в общем, выступает он не супер уверенно, я бы сказал, и Карлосу каждый раз удается по большому счету его опередить. Но вот Макларены, которые реально могли, и как по прошлому сезону казалось, в Японии вот впрячься за борьбу чуть ли не за подиум, за второе место даже, да, то если в квалификации они этот класс подтвердили, то в гонке им явно не хватало темпа. Плюс мне кажется, что второй раз Ландо Норриса сильно рано зазвали на пит-стоп. Мог бы он удлинить отрезок на харде, чтобы потом более свежие шины иметь в конце. А так он сделал с Шарлем синхронный пит-стоп, и, соответственно, для него предопределена была эта гонка, так как по выезду из бокса между ними вклинился Рассел, и таким образом Шарлю удалось оторваться, а Ландо пока обгонял, собственно, Рассела. В общем, так эти там пару секунд между ними сохранились. Практически первую часть гонки в одиночестве проводил Фернандо Алонсо. Да, к нему подъехали под конец и Пиаст был, и Рассел вот подъехал. В общем, не разлей вода у нас Фернандо Алонсо и Рассел. Благо, сейчас никто никого не оттормаживал, в отличие от Австралии. И Фернандо Алонсо, я бы сказал, что машина, которая у него в руках, это машина пятая по скорости, но у нас Алонсо, как всегда, выжимает максимум из своей машины, и он шестой. И на самом деле, странно будет, если он повесит шлем на гвоздь, потому что он может продолжить свою карьеру как минимум как в Астон Мартине, пока он конкурентоспособен. И в принципе, я думаю, что и Red Bull, и Мерседесу есть над чем подумать, даже несмотря на прошлую аварию в Австралии с Расселом.
По Оскару Пиастри я скажу, что в этот уикенд он провел не очень уверенно в квалификации, слил Норрису. В общем, и в гоночном темпе, да, он как бы был на голову ниже. То есть, если у Норриса там около 30 секунд отставания на финише, то у Пиастри около 50. Поэтому как-то не было уверенности вот у Пиастри в этой конкретной гонке. Но, может быть, опять же, Норрис любит эту трассу, она ему подходит, и он чувствует себя на ней поувереннее. Разменялись они и в чемпионате, но пока что Пиастри на фоне Норриса вполне уверенно смотрится. Не знаю, что происходит с Льюисом Хэмилтоном. Впервые он переквалифицировал своего напарника Джорджа Рассела, но в гонке пришлось им даже размен позиций делать в какой-то момент. И Льюис всего лишь 9-й, не было темпа, не было настроя. В общем, мне кажется, что Льюис мыслями уже в Феррари. Та форма машины Мерседес, которая сейчас есть, его не особо устраивает. Ну а счастливчик Юки Цунода, Racing Bulls, опять набирает очки, в отличие от своего напарника, который, да, разбился в начале гонки. Юки очень хорош, просто мы это как бы из-за его эмоциональности игнорируем. На самом деле он очень классно едет. Мне хочется впервые сказать, что он большой молодец. Наверное, перевоспитание, которое у Марка есть, дает плоды. И Юки Цунода очень уверенную гонку проводит. Ника Хюлькенберг опять чуть не добрался до очков и даже в конце Стролла обогнал. В общем, Стролл, я не знаю, что он делает в Формуле 1. 16-й, не вышел из первого сегмента квалификации. 12-й на финише. Тот человек, который должен набирать очки, учитывая то, что Астон Мартин плюс-минус 4-5 по силе команда. В общем, все мы прекрасно понимаем все. Отец его, конечно, держит команду, вкладывает деньги. С этой точки зрения, да, это хорошо. Но то, что Стролл занимает чье-то место, это однозначно. Валтер Риботас и Кевин Магнуссен тоже боевую гонку проводили, но 13-14, в общем, там конец пелетона была постоянная борьба, но кого мне жалко, так это Альпин, это Стебан Окон, Пьер Гаслин. Я, честно говоря, не знаю, во-первых, кто за них болеет, а во-вторых, кому вообще интересно то, что вот Альпин провалился. В общем, эти перестановки в команде сыграли им далеко не на руку, вот это массовое увольнение, все-таки надо было стабильности какой-то придерживаться. Да и за ребят, я не знаю, я же говорю, за Окона, с Гасли, кто болеет, по-моему, всем по барабану, что Альпин провалилась так, но их форма это ну просто кошмар. Можно из обзора в обзор это повторять, но это просто какой-то ужас. Заводская команда Рено, это просто не передать словами. Ну и тот, кто у нас замыкает пелетон, Логан Саржент и его знаменитая пыльная машина. В общем, выехал он практически до барьера, но спас машину, но пришлось попылить. И очень опасно он давал задом, когда выезжал в очень скоростном повороте. Как там в него не вписались другие машины, остается загадкой. Гуаню Джоу сошел из-за проблем с коробкой передач, а Дэн Рикьярдо с Алексом Элбоном еще на первом круге столкнулись между собой. Спасибо вам за внимание. Если было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. До новых встреч!